Друзья, всем привет! Всем добро пожаловать на наш канал в Ютубе. С вами Сами Тепло. Бутырсы город Алания, друзья. Уникальный город, интересный город, лечебный город, город Алания. С вами, друзья. Скоро хочу с вами поделиться один вот этот уникальный проект. И очень хорошо. Квартира, расположение очень хорошо, но изначально хочу отметить, друзья, будем в конце апреля в Узбекистане, друзья, Ташкент и потом Самарканд будем. Самарканде будем, друзья. Если оттуда кто-то нас смотрит, друзья, если вы хотите с нами встретиться и поговорить, как можно правильно приобрести недвижимость и получать гражданство и вид на жительство, друзья, можем с вами обсудить. Для этого нужно просто записываться. Хорошо? Записывайтесь. Под видео есть мои контакты. Пишите, звоните. Итак, вот этот проект, уникальный проект, в самом деле. Огромный большой сад, огромный большой бассейн. Есть скрытый бассейн, открытый бассейн, хамам, сауна, тренажерный зал, друзья. И еще очень богатый вот такой спа-центр тоже здесь есть. От моря буквально 400 метров, третья линия, рядом есть аптека, рядом есть продукты, магазин, и каждый вторник здесь рядом бывает базар, друзья. Поэтому я вам хочу сказать, друзья, как-то недвижимость действительно очень важна, место расположения и инфраструктура для сдачи аренды, инфраструктура важна, друзья. Огромный большой сад и богатая инфраструктура сегодня с вами, друзья. Если какой-то вопрос есть, друзья, если вам нужно другие предложения, все равно у нас огромный большой база, более 4000 объектов есть. Можете к нам индивидуально обращаться, мы для вас подберем варианты, друзья. Давайте теперь поднимаемся на 6-м этаже, посмотрим, какая планировка нас ждет. Итак, друзья, теперь мы с вами поднимали на 6-м этаже. По-турецки 6-й этаж, по-русски 5-й этаж, друзья. Вид вот такой, оператор, покажи, пожалуйста. Вот в таком виде, впереди открытая инфраструктура, бассейн, сад. И вот отсюда даже видно продукты, магазин, мясник. Вот это все городская инфраструктура тоже здесь, рядом балкона начали вместе с вами. Для турки балкон очень важно, в самом деле, друзья, потому что мы больше времени проводим в балконе, друзья. Так что поэтому у нас много места есть для балкона. В России балкон практически я не вижу. Они, в России они есть, но они закрыты. Закрыты, да? Есть. Я не вижу просто так упаковка. Они в балконе не сидят, не кушают, не завтракают. Нет, как кладовка, как... У нас мы в балконе сидим, кушаем, завтракаем, чай, кофе попьем, наслаждаемся, красота посмотрим. Наверное, там снег, мороз, поэтому, да? Холодно. Да. Так что давайте, друзья, начнем с кухни, вот такой кухни. Как видите, она так продается с мебелью, с бытовой техникой, вот это все выходит стоимости. Чамашир макинесы. Стиральная машина параллельно, напиши, пожалуйста, экрана, чтобы наши зрители еще учили турецкий. Это чамашир макинесы, вот это булашек макинесы, чамашир макинесы, стиральная машина, посудомоечная машина, еще буздолабы, холодильник, Покажи, пожалуйста, совсем новый, даже вот пакеты все есть, все новые еще. Так что 600 квадратных метров и айдат год, за год 500 евро, друзья. Айдат 500 евро, даже телевизор тоже есть, потолки высокие. 1 плюс 1, 600 квадратных метров. Это перехожая, вот это перехожая. Вот так что с правой стороны домофон, с левой стороны санузел. Давай ко мне. Санузел, вот здесь огромный большой душевой кабин. И здесь огромное место, много, в самом деле. Так что мебель шикарно, только
полотенца не хватает, и здесь шкаф нужно, оператор, покажи, пожалуйста, место шкаф, здесь шкаф уже сами будет покупать, так что, и теперь мы с вами перешли, спальная комната, как будет по-троицки спальная комната? Ятак одасы, и полотенце как будет по-троицки? Полотенце, хавлу и полотенце тоже есть, так что чок хавлу. Это большой, не чок, большой, бюк хавлу. Все напишешь, чтобы параллельно по-турецки тоже учим. И здесь вот это все выходит стоимость, друзья. И еще здесь огромный большой шкаф тоже есть. Так что вот в таком виде она продается, занавеси тоже есть. Короче, все новые, свежие. Мы с вами были, район Махмутлар, город Алани, друзья, от моря. 400 метров, это комплекс недалеко, друзья. Все близкие, городская инфраструктура тоже все здесь, рядом, в самом деле, друзья. Так что на пятом этаже и продается с мебелью, с бытовой техникой, друзья, если у вас какой-то вопрос, можете ко мне обращаться под видео. Все, наши контакты есть. Еще раз напоминаю, друзья, узбекистанцы, мы там будем, Ташкент и Самарканд будем. Нужно просто для индивидуально записываться. Записывайтесь, мы с вами там встретимся и поговорим все про турецкий жизнь, друзья. Я вас очень люблю и уважаю, друзья. Любите друг друга. Рано или поздно все пройдет. Не переживайте. Пока-пока.